привет всем, дорогие друзья, если, конечно, можно назвать вас друзьями, но в любом случае все подписчиков я называю своими друзьями, потому что у меня, в принципе, нет друзей в жизни, поэтому вы мои друзья. Сегодняшнее видео посвящено такой теме, как тишина. Почему я люблю тишину? Я пришел даже в этот прекрасный лес для того, чтобы насладиться тишиной, потому что здесь истинная тишина. Звуки природы, вы скажете, конечно, да, звуки природы есть, тут дятлы стучат и прочее, но именно звуки природы, это я и считаю тишиной, плюс какой здесь запах, это просто прекрасно. Если так подышать, то, блин, это лучше, чем в городе где-то там сидеть. Я на самом деле хотел еще затронуть одну такую тему. Чем меньше я общаюсь с людьми, чем меньше я социализируюсь, тем больше я отдаляюсь от людей. То есть я превращаюсь больше в мизантропа. Ну, понимаете, о чем я? Социофобия перерастает в какой-то степени в более такую тяжкую не знаю, как, как это сказать, более тяжкий диагноз, и все становится хуже. То есть, ну, я бы не сказал, что я прям 100% мизантроп, потому что мизантроп это вот прям кто ненавидит. Но смотря на современное общество, работая, и смотря на людей, как они живут, и о чем они разговаривают, мне не нравится. Я вот смотрю на этого человека, который, да, допустим, какой-то там человек X, я смотрю, я не понимаю, я его просто не понимаю, понимаете, о чем я, да? Может быть, возможно, я какой-то неправильный, и он бы меня тоже не понял, но в любом случае я выбрал свою стезю, и я больше вообще не тянусь к людям. Одиночество для меня это не проблема, а наоборот плюс. И вообще я советую каждому человеку найти что-то свое. Не стремиться быть как все, не цепляться за кого-то, не строить жизнь под какому-то чужому сценарию, не оглядываться вокруг и смотреть, вот, этот человек сделал так, значит, я тоже должен быть не хуже, чем он, и быть, может быть, даже лучше, быть таким же, как он. Нет, это так не работает. Это значит, вы убиваете свою личность в самом себе. А на самом деле, здесь в лес я пришел, конечно, можете подумать, что я пришел за грибами, потому что я говорил раньше про микродозинг, может быть, я хочу найти какие-нибудь мухоморы и прочее, но на самом деле, как мне кажется, все эти грибы, это всего лишь самовнушение. Даже те же мухоморы, если правильно там их высушить и прочее. Мне кажется, это самовнушение. И это, знаете, как таблетка анальгина. У тебя болит голова, ты такой принимаешь эту таблетку и думаешь, что типа вот у меня должна голова пройти. И она проходит. Но она проходит, может быть, даже не из-за воздействия этой таблетки, а потому что ты на подсознании думаешь, что она должна помочь, и просто забываешь в моменте об этом. Ну, вы понимаете, о чем я, да? То есть, ну, как бы самовнушение тоже очень сильно влияет когда на что-то отвлекаешься потом сразу резко, и ты начинаешь забывать о своей самой главной проблеме. Поэтому я советую каждому выходить вот так вот в лес, где-нибудь погулять. Не только не вот эти городские сосны, где все застраны в презервативах и прочем дерьме, которые люди оставляют после себя, а именно в такой дикий лес, прям где реально хотя бы пахнет лесом. Здесь можно зарядиться такой, так скажем, энергетикой, можно помечтать, подумать о чем-нибудь очень интересном, конечно, глупо может это звучит, я, я наверное, звучу уже очень старым, да, наверное, все-таки старость пришла, если я уже рассуждаю о том, как хорошо гулять одному в лесу там и прочее. ну что поделаешь, видимо такая у меня натура. ну на самом деле я бы не согласился даже с кем-нибудь гулять здесь, потому что не нужно нарушать такую гармонию с самим собой и с природой Кем-нибудь еще. Этими глупыми разговорами ни о чем, об этой бытовухе и прочем. Нет, я хочу оставить это, я хочу всю жизнь убежать от этого. И я думаю, что у меня получается. Так что грибы я собирать сегодня не буду, естественно. Но пару-тройку фотографий каких-нибудь я должен сделать обязательно. Потому что, ну как можно быть в таком красивом лесу и не сделать ни одной красивой фотографии. Ну, понимаете, о чем я, да? Поэтому двигаемся дальше. Вообще, на самом деле, одно из самых лучших средств борьбы с депрессией – это прогулки. Чем больше вы прогуливаетесь, да, конечно, у вас могут быть возможно, какие-то мысли в голове, но и чем вы больше думаете о том, что происходит с вами, тем быстрее вы выберетесь из этой, так скажем, петли, если можно это так назвать. В петлю лучше не залазить, конечно, хотя лес это неплохое место для того, чтобы загнать себя в петлю. Вот, допустим, здесь. Что мешает мне сейчас повеситься здесь и все будет, типа, ну, никто меня тут не увидит и вообще здесь никого нету. Вот сколько я здесь гуляю уже полчаса, ни одного человека я даже не встретил. Вообще, на самом деле, суицид, мы эту тему даже не затрагиваем, это не нужно 100%. Просто я имею в виду то, что если вы Хотите э, свой внутренний мир, так скажем, побольше раскрыть, вы погуляйте по лесу, подумайте, насладитесь природой. И я думаю, что у вас все будет нормально. Может быть, конечно, с моей стороны, это может быть выглядит так, как какой-то глупый детский совет. Но в любом случае, мне становится легче, когда я выхожу вот так вот в тишине, сам с собой, гуляю, рассуждаю и прочее. Может быть, я сумасшедший и сам по себе. И похож, может быть, на маньяка, который сам гуляет по лесу и еще типа что-то делать. Но я хотя бы с фотоаппаратом гуляю, никто не скажет, что я сумасшедший, да? Фото... Фотограф, фотограф, вышел просто фотографироваться. Кстати, это хорошее прикрытие для маньяка. Типа, что он здесь делает? Не просто так, как это крип ходит, а с фотоаппаратом, значит, фотографирует природу там или себя. Это прикольно на самом деле. Может быть, возможно, в какой-то степени и грустно, печально то, что для кого-то звучит. Потому что большинство людей, наверное, которые меня смотрят, у них активная социальная жизнь, так скажем, у них много друзей, знакомых, работа там и прочее. Ну, у меня тоже есть работа, но это я даже не воспринимаю работу как это часть жизни, это так, знаете, как должно, лишь бы не сдохнуть от голода, так скажем. Для них это, конечно, может быть глупо все, вот это то, что я снимаю, типа я рассказываю о каких-то ну, вещах, которые им неприемлемы, потому что они этого не переживают, у них совсем другое видение мира. И то, что для меня норма, для них это не нормально, И то, что для них нормально, для меня это не норма. Все люди разные. Вы понимаете, о чем я, да? Ну, зато посмотрите, какой лес. Вы не можете поспорить. Не, они не могут поспорить с тем, что лес очень красивый и в лесу очень спокойно и хорошо. И я не могу с этим поспорить. Поэтому хотя бы это у нас общее. Главное то, что я снимаю это видео на фотоаппарат, который стоит 5000 рублей. И объектив, который стоит тоже 5000 рублей. Даже дешевле можно купить всю эту технику до 10 тысяч рублей. И многие в комментариях пишут мне, типа на какую технику ты снимаешь до сих пор. Это Nikon D3200, который там 2012 года, который там за 5000 рублей на авито можно купить. Да, это он. Потому что если вы покажете запись с какой-нибудь другой зеркалки, более крутой, или там без зеркальной камеры, то, блин, реально можно сравнить. Конечно, да, там будет 4К разрешение, здесь только Full HD. Но, блин, реально, сама картинка, именно сама как бы экспозиция, вот эта вся позиция, ну, понимаете, о чем я, обстановка, она, в принципе, ничем и не отличается. Потому что и, что там ISO, что там выдержка, что там фокусное расстояние объектива, это все, в принципе, одинаково, поэтому разницы нет, на что вы снимаете. Этими роликами я демонстрирую, так скажем, то, что можно на дешевую технику снимать какие-то прикольные видосы. Только руки, руки, вот эти руки, они должны творить. И то, что у вас в голове. Если вы видите картинку, хотите реализовать ее, ее и у вас получается, вот как я иногда со своими фотками. Почему, когда я фотографирую людей других, у меня не получается реализовать ничего, потому что нет изначальной идеи, нет видения того, что я хотел бы сделать с ними, и у них тоже нету. Но когда я себя снимаю, снимаю себя на видео, и фотографирую, я знаю, что я хочу. И получается конечный результат тот, который я хотел бы сделать. Поэтому я думаю, то, что это, наверное, в какой-то степени это предрасположенность. Я бы не сказал, что у меня талант там и прочее, но предрасположенность к этому у меня явно есть, потому что у меня получается это делать абсолютно одному, снимать вот эти все ролики. Никто не наводит фокус, никто не стоит за камерой, никто не поворачивает штатив и прочее. Я все делаю сам сам озвучиваю, сам записываю, все делаю сам, сам раскрашиваю, сам подбираю музыку, сам делаю все переходы и прочее. Сам делаю заставку даже к видео, точнее обложку. Поэтому, блин, не знаю. Ну, такое чувство кажется, что я сам себя хвалю сейчас, но на самом деле это не так. Просто я имею в виду в том плане то, что когда человек самодостаточен, он может сделать абсолютно все сам. Ему никто не нужен. Поэтому это я именно такой человек. Вот так у меня получается. Я все сам могу делать, мне никто не нужен. А кто-то может делать то же самое, но только с помощью других людей. Поэтому нужно саморазвиваться. Саморазвитие – это очень важно. Если человек не саморазвивается, то он не сможет ничего делать абсолютно, даже записать какое-нибудь качественное YouTube-видео. Да, конечно, я мог бы ходить с телефоном там и прочее, снимать себя на телефон или на экшен камеру но это, конечно же, было бы совершенно не то. Кстати, хотел рассказать небольшой случай, который произошел со мной недавно на работе. Одна девушка предложила мне с ней погулять. Ну, имеется в виду в плане того, что я ее пофотографировал на паспорт, там и прочее, ей кое-что распечатать нужно было. И она предложила мне говорить, типа, ну, а можно вас найти там в ВКонтакте или там в Телеграме, есть где в Инстаграме? Ну, я дал ей там чисто так, знаете, для прикола. Ну, подумал, мало ли что, там вдруг интересный реально человек окажется. Ну, вроде показалась такая приличная девушка, как бы не знаю. Мы с ней списались в ВКонтакте, договорились погулять, встретились. Мы с ней ходили, гуляли, 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 гуляли. Но я вот ее слушаю, она постоянно говорит. Я всегда думаю в голове, почему ты постоянно говоришь? Вот ты, она постоянно говорит, 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 и она абсолютно не интересуется тем, что я говорю. То есть она все время рассказывает только про себя, она не, даже ничего не спросила. То есть я у нее спрашиваю, допустим, чем ты занимаешься там по жизни, там, какие у тебя там увлечения есть, допустим. Ну, к примеру, это простые примеры того, что, как можно вести диалог. Да? Если ты спрашиваешь что-то, и у тебя в ответ должны спросить, наверное, то же самое. Если человеку, конечно, интересно при тебя хоть что-то. В общем, я у нее спросил там, какие фильмы смотришь, может быть, что-то читаешь, какие-то книги и прочее. Ну, там по теме саморазвития так скажем она там сказала то 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 я думаю сейчас она должна спросить по-любому что я, что мне нравится она ничего не спросила даже и на протяжении всей вот этой прогулки которая там чуть более часа произошла абсолютно никакой отдачи я от нее не увидел хотя в принципе я мог подумать, конечно же, на тот момент подумал, что я ее, наверное, не заинтересовал особо. Но это я к тому, что я, конечно, не знакомлюсь с девушкой, мне не интересно девушкой уже после тех отношений, которые у меня были. Но просто так развеяться, прогуляться, иногда, когда долго дома сидишь, иногда хочется. И вот это был тот вариант. Тем более девушка сама проявила инициативу, написала даже сама мне. Я, когда давал ей там вот этот вот Telegram, я не писал ей сам, естественно, потому что, ну, как бы все-таки нарушать личное пространство неохота. И в общем погуляли с ней и ну вроде разошлись так нормально все пока давай давай все по братски жесть ну я и думаю что типа по-любому она больше со мной не будет общаться там и прочее но на самом деле нет а ей как бы понравилось гулять со мной, и она еще дальше хотела продолжать со мной гулять. Ну, типа, то, что он написал, давай еще в следующий раз погуляем и прочее. А я про себя думаю, зачем, ради чего? Вот с такими людьми, вот вдруг я бы согласился, да, с ней дальше еще пойти гулять. Ну, имею в виду, в дальнейшие дни какие-то. И вдруг что-то бы закрутилось там такое. Ну, типа, как бы, сами понимаете, как это бывает, да? Но в итоге, короче, получается то, что мне она совершенно не интересна, это не мой типаж. Поэтому я никогда в жизни и всем советую не цепляться за тех людей, которые к вам Особенно девочки, когда к парню проявляется какое-то внимание, это уже неправильно. Ну, я, как считаю, я. Может быть, в каких-то моментах это работает, но в моем случае это точно не работает. Я даже не думаю, говорю, типа, не, наверное, не получится что-то, сказать, нам. Чуть мы по разные стороны, так скажем... Реки, находимся, у нас разное мировоззрение и прочее. Мне как-то не особо понравилось гулять и прочее. Поэтому вот такой момент. Не знаю, зачем я вообще это рассказал на самом деле. Ну, это хотя бы то, чтобы вы не думали, что я там какой-то совершенно девственник или еще кто-нибудь типа того. Нет, на самом деле, я самый обычный человек, который может вести самую обычную жизнь. Посмотрите на этот лес еще раз. Я хочу обратить ваше внимание, как красиво здесь, как здесь красиво, и как здесь просторно, и как здесь нет людей. Вот это самое классное и самое главное. кстати, да, ребятки, подсказывайте мне, если уж вам так понравились мои видео или, может, не понравились в итоге. Все равно подскажите мне, какие еще идеи для чего. Я просто не знаю уже, о чем снимать. Уже вроде про, про философию снимал, про это снимал, про то снимал. Я даже уже не знаю, о чем снимать. Может, вы подкинете мне какие-нибудь варианты того, о чем можно снять мне видео, допустим. Мне было бы очень приятно ваше мнение. Так что жду комментариев. В заключение данного видео я хотел бы сказать, что выходите, гуляйте на природе, хоть я это раньше уже говорил. Это очень классно. Сегодня я получил просто крутой, нереальный экспириенс, так скажем, сам с собой. Никого ни одного человека не встретил. И это ли не самое лучшее, что может быть в этой жизни? Ну, вы понимаете, о чем я гармония с природой. Ну и вот можете посмотреть на фоточки, которые получились сегодня тут немного побегал, пофотографировался. Довольно холодно без футболки особенно фотографироваться. Но ничего, сам с собой как-то сам наводил фокус. Что туда получилось? Так что спасибо за просмотр. Ставьте три лайка, если можно, конечно же. Подписывайтесь на канал, если вам это интересно. Если не интересно, можете не подписываться. Можете не смотреть. Вообще, честно сказать, без разницы. Так что всем пока и удачи.